Никита, зайди в ДАС. Никита, зайди в ДАС. Давай, ПРП-отковая машина, я его интер. Пизда, блядь, минус ФБР. Давайте вы первые заходите, потому что... У тебя слышно звуки? У тебя слышно на фрапсе, что я говорю? У него все слышно. Ну я все равно бежу. Иди, холди его и веди в ДАС. Холди его, Коль. Я не могу, у меня нету бинда. Сори, но у меня нету бинда. Красиво зашел. Ой, сори. Да просто я занята. Веди его не в брифинг, отведи его. Слежу за допросом. Не-не-не, он холд не при, мне не приписывал. Пусть он нахуй пойдет. Ой, стой, ты ему написала это? А, он наручник. Что уже понял. Unhold написать. Unhold напиши, пусть к снегу подойдет. Unhold напиши, пусть к снегу подойдет. Я уже сняла, перехолдила, он сейчас это что не может. Да вам кто из теней вывести? Нет, наручники его не снимать, там же пишет. Да, я знаю, что нельзя наручники снимать. Ну так а почему у него наручники сняты? Они не сняты, они на нем, я просто перестала его вести наручники автоматом, ну, на одной руке остаются. Вы не хотите с него маску как бы стянуть? Ему сначала нужно маску снять, чтобы розочку. Нет, маску нельзя снять, пока не, у него нет розочка. А, в смысле, ты ПРП, это Тима, так-то ты отыграл ПРП, то что ты снял с него маску, просто пишешь ему в /N, пишешь сними маску ПРП. Боже, как это все сложно. Вот, все. Наверное, хел. Что бы вы без меня делали? А если он пишет нет, ему нужно доква, где он его оставил, да? Да, он должен предоставить.
сейчас есть какая-то АЗС, КГРП, что-то такое? Для наших, для Никиты. Блять, когда Никита зайдет? Блять, поймал чувака, говорит, на ферме, что делать, оффейсы, пиздец. Иди броник возьми, Элизабет. А, ты фрапсишь, да? Ладно. Я не фрапшу броник, но видишь, он фрапсит. Да, броник бы взял, ничего бы не случилось. Разрешено уже броник. В офисе можно без броника. Это агентам нельзя без броника. Ой, этим стажёрам нельзя без броника. Боже, ты агент, что ли? Я, да, вообще. Нет. Да, буду старшим агентом. Чё там на... Чё там по допросным? Чекну допросным. Загоняй, посмотри, ну, туда передвинемся. Посмотрю сейчас. Допросная дальше занята. Угу. Я зашел в комнату для наблюдения. Так и будем молчать. Боже, там еще челик молчит. Тима, тебе бы, конечно, на фраб записать, как... ну, что допросная занята, потом докопаюсь, потому что допросная была не занята. Я написал, что ты занят, допросная, можешь следить? Да я на F10... Поставила то, что, ну, этот Discord, и у меня на F10 чат закрывается, когда я говорю. Я не могу под ним помогать. 4:30. Иди сюда, встань. Рядом с подозреваемым, пожалуйста. Есть по поводу. Типа у него нет паспорта, чего как-то по. Он же писал в сложду, да. В чем привод? В чем? У него нет, он написал. У него нет этого паспорта. Типа его по КПК проверить? Кто-то не знает. Давай, ну, звезды придется давать. Ну можешь, да, типа проверить. Сначала только ты дай ему звезды, чтобы проверить, потому что так просто кто проверит. Там по две звезды, да? Смотрите, если по две звезды, давайте трое дадим ему по две звезды, да, не за то, что доков нет. Ага. И мы дальше встретимся. Не, тогда прикол в том, понимаешь, в чем прикол? Если у него нету доков, он должен предоставить что-то. Скриншот где? Смотрите чат, там сейчас будет банк быстро. Кого? Сотрудники банка вызывают. Сотрудника банка вызывают полиции. Лас Вентура. Да? Да. Это ты? Да. Да, ты просто зашел и нацелился, что ли? Да, да, да. Все, кто-то походу на вызов поедет. Вот спецагент какой-то пишет. Банк ЛВ. СВАТ офицер пишет о грабах. Он даже свою фамилию неправильно писал. Гриндевальд. А он писал Гриндевальд. Он его пропустил. Это ложно, не пиши. Он написал СВАТ гусь. Какой-то тен-код 10-4. 10-4 это, если я не ошибаюсь, как оно? Понял. Угу. Не боли меня. 10.77 это время, типа, через которое ты прибудешь. 10.43 это информация. 10.98 это подозреваемый. 10.99 это напарник. 10.99 это напарник. А всё, да, 10.98. Похуй. Сейчас за ней едут к тебе, короче, жди там. А, блять, я уже в гетто. Я уже себе. Ну а что они такие медленные?
ебай. Сейчас походу дом буду грабить. Ой, блядь, бан. Каким бы интересно ветром занесло, блядь, сюда, если он в Германии, блядь. Это алло, это вымышленный мир, какая нахуй Германия, блядь. Давай напишу, типа, короче, заливай на него ЖБ. Да не пиши ты этого. Пусть дает. Да ты дурак, не пиши, говорю. Давно, давно на РПЧ написать. Не надо. Не пиши ничего. Найс, помните, Аня, допросная свободна. Подтверждаю. Свободная с... Занимай допросную. А, там им везут кого-то уже с фермы, если не ошибаюсь. О, занимай, занимай сейчас же. Зачем тут уже все включено? Ну ладно. Так, пошли сюда. Все включил уже, правильно, правильно. Что-то пошло. Потому что, бля, не будем все срывать, просто быстренько все сделаем. Я схожу. Да я вижу, там какой-то даун с ним, что-то не очень быстро, быстренько. Посмотрите, что в Финде есть какие-то в сети. Сейчас чек на секунду. Финды Кита нету, Никиты. Ой, кто такой умный, блядь? Кто? Сейчас я скажу, кто такой умный. А, понятно. Я знаю то, что можно и в брифинге провести, мы как бы тут и проводим. Если что. Короче, все, давайте, удачи. Давай. Давай. Вуль, можешь поставить, пожалуйста, свое имя, а не Волк? Ну, бля, ну как тебя звать? Вульф, что ли? Реально, какой-то странный. Вольф, Курума какая-то. Он сейчас, он был Кармон, сейчас у него изменился. Поставь ник нормальный, который у тебя в игре. А то Никита, ой, как ругаться будет, ой, как ругаться будет. Ты дату рождения спросил, Тим? Я сейчас скажу, там... А-а-а, всё понятно. Так понятно. Я просто думала, то, что ты, типа, сменил лик. Чек, есть ли домашка? I'ma fix my tasks. Так, я не смотрела фильм просто. Я в Дискорде тебя посмотрела. Нету домашки. Насколько много? А, стойте, стойте, я не зашел на этот сайт. Меня зовут Альмир. Угу. Дата рождения 2003. Next password. Опана. My tasks. Никита, ой, Никита уже все пиздец. Тима, ты не чекал УДшку? Проверили ту, нет, одобрили? Нет. Капец, блин, и сегодня не ладно, завтра Никита заходит, как проверится. Сегодня же задача просто отчет залить. Thank you.
Ой, я не знаю. Вот сейчас мы Джону помогаем, он на третий ранг идет. Вчера помогли Тиме, Рафаэлю, Джоэлу. Сегодня он уже, ну, он уже вчера третий ранг ему дали. Я не знаю, кому надо. Надо Делорину Горинову, но его в сети сейчас нет. Делориан, Делориан. Он это, на третий тоже идет, ему дэшка нужна. А чё ты типа хочешь свой АК поставить? Позовите кто-то этого, как его, Никитишу. Что такое, зачем Никитишу? Он мне нужен. Ой, блин. Мне сильно нужен. Пипец, мне сейчас заливать отчет. Мне заливать все, а Тине залить уголовку. На нем большая ответственность. Напиши, а почему не пошли в посольство? А, он сбил наручники, вот оно что. Думал. Он не сбивал наручники, когда холд перестаёшь, ну, когда перестаешь вести за собой, автоматически наручник остается на одной руке. Даже, блядь, я тебе дам попробовать на себе. Машину ГВ вези, такое. Угу. Халдиво. Чё, сажаем? Мы ему розык дали. Почему так много 20-х левелов отлетает? Так, может, не будем его садить? Он просил, давайте допрос, говорит, и всё, типа, без сажания. Да. Он не хотел предоставить нам свой паспорт. Да, за это КПЗ ему, бля, двое суток. Типа, когда у человека нет паспорта, его имеют право продержать двое суток, как, так как он, ну, типа, нету удостоверения.